Золотой глобус 2015 года стал особенным для российского зрителя. Название лучшего фильма на иностранном языке претендовала картина Андрея Звягинцева «Левиафан». Ожидания оправдались. «Левиафан» без проблем обошел основных конкурентов. Фильм повествует о непростой судьбе простого рабочего Николая, жизнь которого рушится на глазах у зрителя. Пытаясь сохранить дом и работу, Николай вступает в схватку с мэром небольшого городка, не страшась возможных последствий. Картина вышла в прокат в Англии в ноябре прошлого года и заняла первое место в рейтинге зарубежных кинокритиков. «Левиафан» был также выдвинут на «Оскар». В России прокат «Левиафана» с Алексеем Серебряковым и Еленой Лядовой должен был начаться только 5 февраля. Но в сеть попала украденная пиратами копия фильма, принадлежащая одному из членов оскароносного жюри. Режиссер планирует бороться со свободным распространением фильма в интернете. В ожидании официальной премьеры в кинотеатрах можно посмотреть фотографии и трейлер «Левиафана».